Какой шарик? Вот у нас главный шашлычник. Кто у нас отвечает за шашлык сегодня? Он. С Новым годом! И вас также. Сейчас посмотрим, какой красивый плов. О, красота какая. Только масло мне поменьше, ладно? Плов хочешь? Я обожаю плов. Правда? Вот видишь, как хорошо. Там масолить. А ты сейчас что собираешь? А? Полным ходом одевают коньки. Тут уже все готово. Конечно. Не умею, вообще не умею. Ну, пару слов. Для газеты «Комсомольская правда»? Да. Ну что, друзья, вот мы и приехали в Берендей. Сейчас у нас идут сборы. Готовим коньки, ледянки. Хорошим настроением запаслись вдоволь. Сейчас будем знакомиться и пойдем кататься, а потом будем кушать вкусный шашлык. Завидуйте все, кто не приехал. А мы уже окунулись. Привет, привет, всем привет. О, Тёма, машина ручкой с нами. Мы пошли брать коньки. Привет. Где? Так, ну что у нас здесь происходит? Ну, то есть, готовятся да? Угли, да. Как настроение? Поздравь всех с Новым годом. Поздравь всех с Новым годом. Отлично. Счастья в Новом году, всего самого хорошего. Успехов и, главное, прибыли. О, классно. Так, вот у нас уже каминчик затопился. Это наша Татьяна. Привет. Тоже с Новым годом всех поздравляй. С Новым годом всех, ребят. Всем счастья, здоровья, всем ее благополучия, взаимопонимания. Потому что семья – это наш ты. Ого. И великих свершений в бизнесе. А тут вон оно что. Ух ты! А, какие запахи, друзья! Камера это не передаст. Да. Вкусно пахнет? Да. Да. С Новым годом! А ты кататься умеешь, Владюш? Бумс. А где у нас еще часть? Они вон туда пошли. Мы катки помогут. Оп! С Новым годом, друзья! Первый раз на коньках, ну нормально. О! Давай елкой. Елочки? Нет. А? Вон, смотри, как она. Оп. Угасни меня, Елка. Оп. Привет всем, меня зовут Володя. Меня зовут Татьяна. Тебя как зовут? Диана зовут. Диана. Привет всем, меня зовут Оля. Оля. Привет всем, меня зовут Алла. Алла. Привет всем, меня зовут Алена Белова. Мы на Берендее, у нас корпоратив, и нам очень весело. Всем привет. Ура, всем, ура, 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 ура. Тебя как зовут? Тёма. Отлично, вот так мы встречаем Новый год в Оренбурге. Тихонько, Влад. О, это ласточка. Уже воробей, Влад. Классно, Влад.
Давай помашем ручкой. Вот что мы умеем стоять. Тоже это неплохо. Так а на третий раз его на коньках. Оп, бух. Давай. На третий раз его стоит. Ну и что, отлично, давайте сейчас. Давай. О, давай, молодец, молодец. О, Влад уже почти, смотри. О, развернулся. Влад, ты так быстро учишься. Ого. Круто, слушай, ты уже понял, как надо. О, оп, оп. Ну, тройной тулуп. У-ху, круто. Слушай, да все профессионалы, ё-моё. Еще один профессионал. Дед Мороз тебе классные коньки принес. Вот это да. Сейчас я врежусь. Главный инспектор. Здравствуйте. Здравствуйте. Пробу снять не надо? А, ну, как вам сказать? Я думаю, может, правильно. Можно. Вот, смотри, тут уже. Все в порядке. Уже сняли, да? Все, нет еще. Товарищ инспектор, ждали вас. Класс. Погнали. Йо-хоу! Нормально. О, что за чудовище, главный чемпион по конькам. Так, за прокат ребенка 50 рублей. Папу сказал нужен. Я хочу папу. Первые попытки научиться кататься на коньках. Давай, давай, поехали еще. Опа! Готов? Готов! Артём, давай! Так, главный тренер, я же говорю, вот оно. Вот так ноги. Олимпийской сборной по фигурному катанию. Смотри. Ау! Ой, не грохнулся. Да что ж там все падает-то на заднем плане? Смотри, согни. Ноги напряги, напряги ноги, выпрями ноги, напряги, напряги ноги, выпрямься, тихонечку, вот так вот потихонечку. Так, давай, 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 пошел, поехал, нормально. Так, здравствуйте, Мальвина. Вы к нам на праздник пришли? Обязательно. Отлично. Фотографироваться будем? Буратино ищу. Буратино? Вот он. Вот он, Буратино. Я не Буратино. Нет? Я это Дед Мороз. Шашлык. Друзья, шашлык в студию. Главное по гарниру. Да, уже. А можно стол? Если не положить стол, можно будет передать? Давай сейчас приходим. Где твои? Сашенька. Можно начало представить?
представлю, друзья. Да, я не буду кричать, потому что по времени у нас была самая связка, которая провела целую кучу корпоративов. Вот немножко осип, но настрой боевой. Поэтому сегодня я с вами. Я очень рада, что вы здесь, в таком большом, с таким большим столом, с таким настроением уже. Глаза горят, рот открыт, зубы у всех видны. Молодцы, поаплодируйте себе еще раз! Эти аплодисменты меня вообще не устраивают, если честно. Вообще. Все подливается к лицу, наливается румянец. Девочки, самое главное, морщиночки разглаживаются. Да, поэтому если хотите уйти молодыми, и плюс ко всему, когда морщинки разглаживаются, тут прибавляется в кошелечке. Если хотите быть молодыми и богатыми, что нужно делать? Меня зовут Арбина. Прошу любить. Альбина. Я Альбина Гис, очень люблю свою фамилию, она переводится как водопад. Я такая же сумасшедшая, такая же стремительная, такая же бурная, поэтому сегодня я с вами! Я вижу одну руку, кто любит? Я люблю водопад! Бери елочку, красивая! Она такая же, как и я. Посмотрите, а? Такая же рыженькая. Ты что? Ты куда пошла? Я только что говорила, елки не ходят. Елочки не носят, да? Как тебя зовут? Александр, возьми елочку, принеси мне, пожалуйста. Морозы, видите, прям всю ночь вылезала. Держите, я сейчас расскажу, что нужно делать. В этих корзиночках лежат игрушечки, которые нужно надеть стеной. Елка сама наряжается? Елка сама наряжается. Нет, что-то на одни ветки стоит. А ты так делаешь? Вот, правильно, вот и на двушке тоже. Подсказываю, как наряжать елки нужно. А то ты опытный, они у меня все такие. Снегурочка, тебя учила, как елочка зажигается? Раз, два, три, елочка зажигается. Молодец. Правда? Такие слова она говорила? Вот все учить родителей ваших надо, понимаете? Скажи им громко, как говорят. Раз, два, три, елочка, гори! Вот ты умница, ты мой, правильно! Это кто-то не кричал, а кто не кричал? Смотри, уходите на огонь всех тетей и дядей, которые кричат. Итак, а теперь все вместе, в том числе и ваши команды. И... Раз, два, три, елочка, гори! Раз, два, три, елочка, гори! Елочка, да, а что у нас елочки ходят?
зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Усишка, зайка, зелье под елочкой скакал. Порою ползер дыхал, свою пробегал. Больше. Больше животик. Дим, Дим, дайте, пожалуйста. Вы такой моложавый, такой классный. А вы же выбрали, а? Так, мальчики, ну, посчитались на первый, второй. Давайте. Первый. 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 Значит, я второй. Меня чувствуешь. Второй. Я не сказала, где они вышли. Я им сказала посчитаться, а не посчитались. А сейчас скажу вторые номера, два шага вперед! Второй, а они два шага вперед, и они здесь. А правильно! Как говорят, опыта не пропить. Учите, девочки, покажу. Итак, друзья, я не зря этот момент провела, чтобы поближе увидели первую пару на кандидатуру Деда Мороза. На самом деле у нас сейчас проходит кастинг. Каково его выбрать? Вы мне доверяете? Конечно. Точно? Ну, будьте овациями, овациями. Какая я хорошая, мне поаплодировали, а? Ладно. Выбираю. Стройные. Высокие. Высокие. У этого уже свитерок, как у меня. Только свитерок. А чего намекать не пойму? Ягодка. Да, ягодка. Это шали уже. И так. Да, и здесь перышки такие. А этого решила красным взять. Выделиться. Выделиться. А это вся в телефоне. Голосуйте за меня. Ладно, девочки мои, давайте покажите, как жителировать Снегурочка. Начнем с тебя. Покажи всю свою красоту. Вот на аплодисменты. Представляем, что музыка. Да, 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 да. Так. Да, и перебирай, да. Снегурочка номер два, ты бери. Снегурочка, ой, какая классная. Так, Снегурочка номер три, ты бери. Алиса, мои бедрышки. Ой, какая хорошая. Снегурочка номер четыре. Ты поменишь? Так, не поменишь. Давай. Она решила помочь за снежинку взять. Вот так вот. Вот так. Вот, вот в гости елочка придет. Дед Мороз и зайки принесут подарки. Снегурочка номер два. Праздник мы встречаем. Елки наряжаем. Вешаем игрушки, шарики, хлопушки. Зимой и летом стройная, зеленая была. Снегурочка номер один в вашей овации! Отлично! Снегурочка номер два! Какие голосовые у нас! Снегурочка номер три! Снегурочка номер четыре! Снегурочка номер два победила!
Снегурочка, приди! Здравствуйте, детишки, мальчишки, девчонки и мальчишки! Подросли, какие взрослые все стали! Слушай, а? Кажут, всю жизнь работали. Так, тебе конкуренция. Ребят, вы рады видеть, мы раз неправильно выбрали. Опыт тоже не пробьешь. А теперь вспоминай, когда Дед Мороз и Снегурочка приходят, что делают? Подарки дарят. Раз пришел к нам в дом. Он пришел большим мешком. А в мешке-то зайка, мишка, клоун в синеньких штанишках. Обезьянка, крокодил, чуть мешок не проглотил. Я ему говорю, я тебя выгоню. Не шали, не хулигай. Ты под елку лучше стань. Спой, станцуй или спляши, или стишок нам расскажи. А мешок-то наш не трожь. Лучше надержи галош. Снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Молодец! Ладюш, смотри, я еду! Ю-ху! Уехал! Так, Светлана, давай ласточку. У-ху! Ух ты, ребята, это круто вообще. Настроение супер. А так, а теперь без санок. Сосатища. Я еду на коньках. Фантастика, 7 лет не катался. А тут тебе на тебе встал. О, смотрите, сын мой как катается. Он вообще первый раз уже развороты делает. Так, Димка, давай покажи. Давай, давай, давай. О! О! Едет, едет! Шлепнулся! Володенька, привет! Ну вот такой супер отдых. Вместе с нашими партнерами с компании Армей, команда номер один. У-ху! Виталик! Ю-ху!
Все. Мастер-класс. Вау. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.